несколько уровней наклонов для отрасти позвоночника. В основном это для грудного отдела. Ключевые моменты будут следующие. Берем гирю. Не стремимся за большим весом. Здесь важно будет сутулиться. Первый уровень мы сутуливаемся донышко до верха коленного сустава и разгибаемся. Гиря движется вдоль тела, не уходит вперед ни в коем случае. Таким образом, сутулились, выпрямились свои лопатки. Сутулились, выпрямились. Следующий уровень. Донышко под коленным суставом. Сутулиться, выпрямиться. Третий уровень. Рукоять до коленного сустава. И четвертый уровень. Рукоять под коленный сустав. Не уходя вперед, груз движется вдоль тела. Здесь ключевой счет. Сутулиться, выпрямиться, свести лопатки. Итак, на каждом из уровней. От 5 до 10 раз на каждый уровень. И так можно проделать несколько кругов. Еще раз напомню. Не спешите брать большой вес. Когда освоите с гирей, если будет возможность, берем штангу и делаем то же самое со штангой на разных уровнях. Но опять же, вес небольшой. Это не заменяет становую тягу. Это может быть прекрасным дополнением для профилактики позвоночного столба, особенно грудного отдела. Пробуйте.